с начала 2024 года цены на товары и услуги увеличились всего на 3%, по данным Воронежстата. Но вот только население считает, что цены выросли гораздо сильнее. Так, согласно опросу фонда «Общественное мнение», в июне 2024 года по сравнению с маем возросло число россиян, которые ожидали увеличения цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Умеренного роста цен ожидают 45% россиян, а значительного – 16% респондентов. Связано это, считают аналитики, со значительным ростом цен на фрукты и овощи, которые отметили 35% опрошенных. Чаще других рост цен на фрукты и овощи отметили женщины – 41% и жители городов-миллионников – 42%. Сильнее всего в июне подорожал картофель от 5,5% до 10%. Стали стоить дороже овощи, консервы для детей, шоколад, зеленый чай, яблоки, лимоны и морковь. Но есть товары, которые стали стоить дешевле. Цены снизились от 3 до 19% на мясной фарш, филе соленой сельди, куриные яйца, маргарин, стерилизованное молоко, свежие помидоры, огурцы, зелень и капусту, чеснок, апельсины, бананы и виноград. Это вообще невозможно прожить на такую пенсию с такими ценами. Что для вас утром считаете дорого? Ну, я даже не знаю. К мясу не подступишься, овощи тоже дорогие. Дорого все стоит. Пенсии как раз впритык выходит все. У нас участок, мы работаем, свои фрукты, овощи выращиваем. И, в принципе, это уже очень давно. Из непродовольственных товаров подорожали комплекты постельного белья, стиральный порошок, зубные щетки, светодиодные лампы, дезинфицирующие средства для поверхностей до 8%. Подешевели в июне пылесосы, бытовые плиты, рюкзаки для школьников, ели для душа, свежие цветы. Цены снизились до 10%. 20% респондентов, по данным фонда «Общественное мнение», полагают, что в следующем году цены будут расти быстрее, чем сейчас. Чаще всего так отвечали люди, находящиеся в поиске работы, и те, чье материальное положение за последний год ухудшилось. Россияне задаются вопросом, почему даже в сезон овощи и фрукты дорожают. Особенно это коснулось ягод. Ну, цены в последнее время растут как на дрожжах, а летние особенно. А что для вас вот дорого? Дорого, да все дорого. Овощи, мясо. Проезд подорожал. Что вы делаете? Что я делаю? Работаю на двух работах. Цены ненормальные, но они повышаются в зависимости от того, что все повышается в этой жизни. Цены растут, да, ничего не стоит на месте. К сожалению, зарплата на одном месте. Вы что делаете, чтобы как-то укладываться на бюджет? Ужимаемся. Естественно, то, что могли себе позволить раньше, уже себе не можем позволить. Съездить куда-то на юг или там купить себе что-то там, какие-то предметы роскоши, уже такого, конечно, нету. Стараюсь выбирать самые дешевые. Вот я хочу мясо взять, например, мясо, шею, например, я говорю так. Но оно дорогое. Я беру тогда гуляш. Оно дешевле. Понимаете? И вот так смотрю, где желтые ценники, где подешевле. И так хожу и хожу. Ходим по скидкам. То есть выбираем скидки, по-другому никак. Тем временем Центробанк находит объяснение повышению цен в стране. На то есть ряд определенных факторов. Высокий спрос, который превышает возможности расширения предложения, рост издержек производители все чаще перекладывают на потребителей. Дороже стал шоколад. Это связано с подорожанием по всему миру какао-бобов из-за неурожая. А вот производители молочки столкнулись с повышением цен на упаковку, логистику и оплату труда. Опять же, оплачивать все это придется потребителю. Картофель подорожал из-за сокращения импорта. Но есть и хорошая новость. Эксперты говорят, что к осени корнеплод подешевеет на 10-12%. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал.